В сезон летних каникул комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав старается помочь подросткам организовать досуг в свободное от учебы время. Для тех ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации, организовали отряд, похожий на лагерь дневного пребывания. В программе мероприятий посещение музеев, квестов, а также спортивные мероприятия на открытом воздухе. Организация свободного времени несовершеннолетних и плюс к этому еще мероприятия различного направления. И с надеждой на то, что ребятам понравится то или иное направление, чтобы они продолжили занятия по этому направлению дальше. У нас и спортивные мероприятия, есть и патриотические мероприятия военно-патриотического характера, как, например, сегодня будет, да? В музее ветеранов боевых действий ребятам рассказали об истории нашей страны, показали военную форму солдат Великой Отечественной, боеприпасы, оружие, предметы личного обихода, каски и обмундирование, даже разрешили примерить и сфотографироваться на память. Но, пожалуй, самое интересное – рассказы ветеранов, которые, рискуя жизнями, отстаивали интересы государства на линии фронта. Мы детям расскажем о той истории нашей страны, Советского Союза, России нашей уже в современной истории, о тех подвигах, которые совершали наши и жители города Иваново, и граждане нашей страны. Для чего им это надо? Ну, наверное, прежде всего для сохранения исторической памяти нашего народа. Всего в отряде 20 человек. Впереди у них посещение ремонтной базы клуба ретро-автомобилей и квест-игра. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.